Выходной день оказаться на пересечении улиц Гагарина и Кремлевская укрытого рынка рискнет далеко не каждый автолюбитель. Сказать, что движение по перекрестку затруднено, ничего не сказать. Недобросовестные торговцы в нарушении всех норм обустроили торговые места на тротуаре, а припаркованные как попало и где придется автомобили ежеминутно создают труднопреодолимые пробки. Не меньше автомашин и во дворах многоэтажек. У меня машина пропала, протокол составлял. Нерадивых автолюбителей не пугают даже знаки дорожного движения «Стоянка запрещена», в зоне действия знака «Работает эвакуатор». Такие автовладельцы, оставившие своего четырехколесного друга, рискуют остаться без колес до оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Многие автолюбители идут на хитрости и пытаются укрыть свой автомобиль во дворах многоэтажных домов. Но с такими предприимчивыми автовладельцами борются уже местные жители. Домкомы с жалобами на беспорядок и заставленные автомашинами двор дома вызывают на подмогу инспекторов. Я здесь уже вот живу практически 11 лет. И вот 11 лет все это вот у нас продолжается. Когда это прекратится, я не знаю. По словам инспекторов, автовладельцев уже не пугают высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения, за оставленный автомобиль под знаком «Стоянка запрещена». Хочу предупредить жителей города, что за парковку в неустановленных местах предусмотрена ответственность по статье 597 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, где усматривается по части 1 штраф в размере 10 МРП. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в областном центре борьба со стихийными автостоянками будет усилена. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «ОТРАР».